благотворительный фонд «Товмасян», Иосиф Давидович Кобзон и «Евромюзик Интертеймент» представляют. Москва. 2 февраля, 19:00. Государственный Кремлевский дворец. Благотворительный концерт «Иосиф Кобзон и все звезды. Мы вместе». В концерте участвуют звезды российской и армянской эстрады. Все вырученные средства будут направлены на лечение онкобольных детей. Ведется телевизионная съемка. Билеты по телефону +7 495 517 50 57, на сайте концерт.ру или в кассах Кремля. Категория 6+.